Садись. Сосредоточенный взгляд, серьезный настрой и выправка будущего летчика. Любовь к небу у Андрея – это семейная, неудивительно. Отец офицер, а дедушка десантник. Как тут не продолжить династию? Когда мальчик узнал, что в селе Полковниково будут учить летчиков, расстроился. В школу принимают с 14 лет, но организаторы сделали исключение. И теперь он – будущая гордость авиации. Еще ползать толком не умел, уже прыгал и никогда не боялся высоты. Вот. Ну и плюс, конечно, сейчас стало в последнее время показывать много фильмов патриотических, там «Время первых», скажем, про Гагарина. Ну, в том числе, вот смотрел, да, мы это всегда семейные просмотры устраиваем. Мечта Андрея, как у любого летчика, принять участие в параде Победы на Красной площади после штурвала самолета, пусть виртуального. Его желание стать первым летчиком страны только усилилось. Уже попробовал у нас в симуляторе посниматься? Да. Какие ощущения? Классные ощущения, очень реалистичные. Это уникальный тренажер. С его помощью можно научиться не только управлять воздушным судном, но и даже освоить навыки вождения автомобиля. Если ученика укачивает, то это не страшно, с тренировками пройдет. Кроме того, у курсантов будет возможность побывать и в реальной кабине пилота на аэродроме в Новороманово. Это и есть практика, вы понимаете, это и есть практика. Здесь же человек не просто так как-то эфемерно это все, он прям реально садится в реальный самолет или в реальную машину и занимается тем, что летит, едет. На открытии школы летчиков приехали курсанты Барнаульской летной школы. Они и в дальнейшем будут помогать юным пилотам совершенствовать навыки. Чтобы у них было стремление, желание. Если этого не будет, то и небо им не подвластно. Школа летчиков появилась при поддержке Барнаульской летной школы. Здесь маленьких курсантов будут целенаправленно готовить для поступления в летную школу краевой столицы. Курс рассчитан на год, все занятия бесплатные. Встречи будут проходить в последнее воскресенье каждого месяца. Штурмовать небо здесь может каждый школьник. Достаточно прийти и записаться на занятия. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.